Всем привет! Покажу вам небольшой обзорчик своей мини-теплицы. Я уже ее показывал. Здесь я выращиваю редисочку, зелень. На рассаду посеял капусту. И вот, смотрите, также уже высадил и рассаду. Вот у меня, я уже показывал, ранняя капуста на краю теплицы. Уже она пошла в рост. Посмотрите. Я сейчас приближу. Уже так хорошо стартануло идти. И вот я посадил сверхранние томаты. Здесь по несколько кустиков разных сортов я посадил томатов. Ну, здесь немного, наверное, кустиков 40 всего лишь. Это моя редисочка. Сейчас я вам покажу ее. Это тоже томаты, рассада. Вот горох. Надо его прополоть. Бурьян уже поднялся. Смотрите, какой уже горох. Милана очень любит. И будет ранний урожай. Опять редисочка. Ну, уже есть редиска. Вчера я рвал. И вот буквально за ночь, смотрите, уже есть редисочка. На Пасху будет своя редиска. Надо полоть тут уже, потому что тут тепло и бурьян лезет. Вот салат. Как я показывал, между салатом посажены огурцы. Вот они. Ну, холодно было, огурцы расти вообще не хотят. И от холода они, видите, пожелтели. Это все через низкую температуру ночью. Укропчик поднялся. Это, кстати, вот такой перчик, который я садил пораньше. Петрушка, это с осени. Она большая. И вот моя рассада. Это ранняя капуста. Здесь кольраби, цветная, краснокочанная, брюссельская. Разная тут капуста. Посеял и уже... Ну вот ранняя уже скоро можно будет рассаживать. И кущевка, лучок. Вот такая теплица. Здесь тепло. У нас с 15 по 20 где-то апреля было ночью очень холодно. Ну, я теплицу не открывал. И днем тут было 30-32 градуса. К вечеру, понятно, что настывало. И ночью держалась тут температура 15-17 градусов. То есть растениям было комфортно. Ну, огурчики, конечно, не очень хотят расти в таких условиях. Но помидоры и капуста, видите, уже пошли в рост. Все нормально. Вот, кстати, тоже два огурчика. Это трюкач, комнатный сорт. Но я его буду выращивать в открытом грунте на огород. Прям высажу. Посмотрим, как вы видите, здесь пожелтели листочки. Поэтому, ну, вот такая тепличка. Сейчас я вам покажу дальше следующую теплицу с рассадой томатов. А вот и тепличка с рассадой томатов. Уже посмотрите, какая рассадка. Начинают формироваться настоящие листочки. Ближе вот покажу. Ну, в этой теплице есть большая беда. Это пырей. Вот посмотрите, особенно посередине. Вообще, он полез. Завтра буду открывать этот парничок и вырывать этот пырей, потому что он задавит рассаду. Вот такая беда случилась. После того, как высажу рассаду, надо будет здесь вносить гербицид, чтобы убить этот пырей, потому что он лезет и лезет. Либо же выбирать полностью землю, менять другую. Ну, вот такая вот рассада у нас помидоров. Вот и покажу вам эту тепличку. Она 8 метров длиной. И покажу вам вот та большая тепличка, в которой редиска, капуста
и все остальное. И вот я покажу, сделал третью. Не тепличка, парничок. Третий. В нем будет рассада капусты и то, что выращиваю в стаканчиках. Вот закаляются помидоры. Ранние, ультраранние сорта для раннего урожая. Посмотрите, какая уже рассада. Уже надо высаживать после Пасхи сразу. Буду ее высаживать. Уже она больше, чем по 20 сантиметров. Высокая. Ну и вот парничок. Где у меня в стаканчиках и в ящичках перчик. Вот огурцы. Арбузики для раннего урожая. Гигантская тыква. Кстати, сейчас я вам ее покажу. Вот она. Я потом ближе подойду. Это перчик для раннего урожая. Вот такой перчик. Бругмансия. Опять перчик. Арбузы. И вот гигантская тыква, которую я садил. Уже ее перенес в тепличку. Здесь я вообще, видите, ничего не обрабатывал. Все заставляю. У меня еще есть в доме в стаканчиках огурцы разные, разные тыквенные. Здесь все заставлю. И будет вот стоять. А вот кусочек. Здесь я буду сеять капусту декоративную и позднюю. Даже уже вот сделал такие бороздки. Осталось пролить, посеять. Завтра с утра этим и займусь. Вот такая у меня появилась третья тепличка, парничок. Так что коротко показал, рассказал, чем занимаюсь. Выращиваю, сажаю, будет урожай, и на осень будут семена. Всем пока, до новых встреч.